Приветствую вас, друзья! С вами Лилия Донскова. И сегодня мы запишем обзор новой шикарной туши от компании Oriflame, разделяющая ультра-легкость, ультра-длина. Я уже сделала макияж, сейчас только будем красить реснички. Первое, что хочу вам показать, это кисточка. Она очень красивая, необычные щетинки расположены. Ну, будем пробовать, что получится. Итак, пробуем! Первый раз я прошлась, сейчас чуть-чуть она подсохнет, и сразу будем второй раз наносить. Как правило, тушь наносит 2-3 слоя для того, чтобы прокрасить хорошо все, чтобы было ее видно и реснички удлинить. Но мне кажется, уже сразу видно стало ресницы. Я специально буду делать только на одном глазе. А еще хочу сказать, когда тушь новая, то она не так хорошо красит, как буквально через 3 дня будет она красить. Второй слой. Чувствуется, да, разница? Сейчас прям немножечко ждем и будем наносить третий слой. Ну, конечно же, еще нижние реснички прокрасим. Для того, чтобы глаза распахнулись и были более такие игривые и выразительные. Ну что, третий слой. Ну, вот такое чудо у нас получилось. Надеюсь, вам хорошо видно. Мне тушь понравилась. Очень необычная кисточка, к ней нужно приспособиться. До этого у меня все время была тушь 5 в одном. У нее совсем другая кисть, просто, да, совершенно другое отличие. Мне понравилось. Прикольно для разнообразия. Ну и, конечно, нижние реснички. Накрасили, и все. Супер! Заказывайте себе, тем более она идет в этом каталоге по классной цене. Пока-пока!